Вопрос внесения изменений в устав городского округа обсудили в Люберецкой администрации. Проект подготовили в целях приведения документа к действующему законодательству. Все поправки в основном направлены на уточнение полномочий органов местного самоуправления, ужесточение ответственности за нарушения в сфере предоставления недостоверных сведений о своих доходах. Также дополнены их права по совершению нотариальных действий и внесены корректировки в положение о порядке участия госслужащих в управлении некоммерческих организаций. В частности, государственным муниципальным служащим разрешается вхождение на безвозмездной основе с разрешения представителя-нанимателя в состав коллегиальных органов управления таких некоммерческих организаций, как фонды, государственные или муниципальные и частные учреждения, автономные некоммерческие организации. Внесенные изменения носят плановый характер. В последний раз проект устава правки вносились более 6 месяцев назад. За это время законодательство страны о местном самоуправлении претерпело незначительные изменения.